75 тысяч человек посетили в минувшую субботу военно-патриотический праздник «Открытое небо». Мероприятие на Северном аэродроме длилось целый день. Показательные выступления воинов-десантников, парашютистов и летчиков спортивной авиации. Развлекательная программа была насыщена зрелищными моментами. Кроме того, на аэродроме работали пункты отбора на военную службу по контракту. Молодые люди не обходили палатку стороной. Напротив, активно интересовались условиями службы, денежным довольствием и возможностью остаться служить в родном регионе. Мы оставляем для себя какие-то контактные данные, потом мы с гражданином связываемся, если у него желание не пропало, соответственно, он приходит в пункт отбора на военную службу по контракту, пишет заявление при наличии, соответственно, той вакансии, где он, либо на которой он служил, либо что-то мы ему конкретно подбираем, другую военно-учетную специальность, и он, если его устраивают эти условия, так скажем, уровень денежного довольствия, всех вот этих моментов, он в дальнейшем оформляет документы. Выставка военной техники, авиация и сухопутный транспорт не оставила равнодушной детвору. Ан-2 – самолет 1947 года выпуска. Вмещает в себя 12 парашютистов, 15 солдат, 8 раненых и 2 человек экипажа. На празднике в виде исключения за штурвалом маленький Миша. Мальчик побывал в кабине пилота и признался, что полетать на таком самолете вряд ли бы отважился. Я думаю, я бы забоялся. Ну, непривычно, знаете, это во-первых. Потом много кнопок, которые не знаешь, куда нажимать. Ну, знай все. Ну, еще страх упасть. Словом, было что посмотреть и чему удивиться. Ивановцы, судя по отзывам, возвращению праздника рады. Давно не было в нашем городе такого праздника. Мы очень довольны. Вы прямо с начала? Ну, с 11 мы. То есть мы видели, как летали самолеты. Мы в восторге. Дети наши тоже. Так что спасибо. Мне очень понравилось, как особенно соколы летали. И это очень классно все было. Мне понравилось. Прямо над головой. Это столько, такой звук был. И очень прямо впечатление гордости. Гордость прям была. Очень понравилось. Выступление «Соколов России» стало настоящей жемчужиной праздника. Группа высшего пилотажа из Липецка специально для ивановцев провела воздушный бой на малой высоте и показала фигуры высшего группового пилотажа – петлю Нестерова, вираж, роспуск и бочку. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.